Привет, друзья, привет, подписчики. В этом году мы еще не готовили в казане на костре. Сегодня приготовим бестроганов из конины. Блюдо огонь, все будет вкусно. Гарнирчик я уже заранее приготовил. Это у меня спагетти. Для нашего блюда я взял кусок мяса конины. Также водичка. Здесь специи. У меня здесь любимые специи кавказские. Вкусная соль. Черный перец молотый. Здесь мука, где-то понадобится, ну, столовая ложка. Томатная паста, 2 столовых ложки сметаны, 200 грамм. Одна большая луковица, зелень, укроп я взял, масло. Конину я нарежу такими сперва слайсами. Я ее буду готовить с жирком. Повторяю, мясо будет с жирком, я ничего не обрезаю, буду тушить мясо. Дальше я отобью наше мясо. Мясо отбили, и теперь нарезаем его вот такой соломкой. Сразу лучок нарежу полукольцами. Ставим казан на костер. Разогреем масло. Масло нагрелось. Отправляем конину. Мясо отправлю черный перец, вкусная соль, кавказская приправа. Конину обжарили, уберем с казана. В казан отправляем лук, обжариваем, добавлю немного муки, обжариваем, пошла сметана, томатная паста. Водичка, ну, где-то стакан добавлю. Тушим минут 5 нашу вкусняшку. Попробуем на соль. Надо добавить еще соли сюда. Минут 5 соус наш подержали. Отправляем мясо в соус. Накрою крышкой. Вот, пошло маленькое кипение. Огонь минимальный. Выдерживаю минут 5. Бестроганов готов. Какой аромат стоит. Бестроганов готов. Сверху дам укропчика. У меня домашний, с морозильной камеры, замороженный. Теща любимая подогревает маленько.
Друзья, готовили в казане на костре без строганов, без конины. Вот такая прелесть. Я думаю, это очень вкусно. Надо попробовать обязательно. Подписывайтесь на канал, ставим пальчики вверх. Обязательно пишите комментарии, я буду ждать.